Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Великий музей мира», с картинами, работами скульпторов и описание к ним. Джероге-де, остров Бали, 1136 год, дерево, резьба, ткань, волос, позолота, натуральные красители, высота 54. Согласно народным поверьям, Джероге-де был балийским принцем. Как правило, его изображают с лицом черного цвета, с большими выступающими вперед зубами и растрепанными длинными волосами. Считается, что эти черты символизируют бурные страсти, желания и низменные инстинкты. Герой в саронге с ожерельем на шее, браслетами на предплечьях и запястье. С спиной за поясом у него располагается крис. Крис – это асимметричный кинжал, который являлся одновременно оружием и духовным предметом с характерным рисунком на лезвие. Джероге-де составлял пару с женским персонажем Джеролу, имеющим светлую кожу и добрые наклонности. Вместе они назывались барон Ландан, представляя светлые силы, и выступали во время праздника Галунган возле местных храмов, где противостояли Рангде. Это колдунья, в образе которой воплощалось все зло. Такие праздники сопровождались ритуальными танцами и песнями, составлявшими театрализованные представления, основной смысл которого заключался в борьбе двух начал – добра и зла. Как правило, первое в виде Джероге-де и Джеролу побеждала, и колдунья под напором божественной пары вынуждена была уйти в лес. Ну вот такое описание работы Джероге-де «Остров Бали», 1136 год, я нашел в книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.